Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И давайте-ка глянем. 24 миссии нужно пройти. У меня только лишь 20. Хорошо, давайте сделаем так. Деньги нам нужны? Нужны. Давайте одну миссию с вами зашпилим. Мою любимую, которая по фарму идет. И сейчас вы увидите лишний раз, как я это делаю, если кто не знает. Для этого нам понадобится кто? Аустин, конечно же. Только за счет него мы здесь с вами набьем маленечко денег. А может быть даже и много. Посмотрим, как повезет. Раз на раз не приходится. Ну что, Аустин, ты готов? Давай, побежал. Расстреливай этих охламонов. Обычно, ребят, я еще вызываю себе в помощь это Кэпа. Когда Кэпа выходит, он сразу усиливает моего Аустина, и он тут бомбит по жесткачу. Ну, в данный момент я думаю, что вызывать не надо. Мы, думаю, так справимся. Сейчас посмотрим. Если будут продавливать, тогда, скорее всего, придется вызывать Кэпа. Если же нет, вызовем еще одного Аустина. Я думаю, что справимся. Аустин пошел. Все, ребят, здесь у нас хорошо пойдет. Фарм идет. Как видите, бабулечки капают, и это очень замечательно. Для этого нам еще понадобится для конца миссии, ребят, обязательно Марины. Марины будут пробивать забор до того, как побежит на нас волна. Кстати, как ни странно, волна здесь очень жесткая. Бегут зомби в касках, черные, горелые, я их называю, которые имеют иммунитет к огнестрелу. То есть с ними могут справляться только ближники. Подожди, что-то тут как-то их дофига, по-моему, стало, мне кажется. Что-то какой-то уж... плотно стеной идут они. Мне это не совсем нравится. Ну да ладно, думаю, что... все, разобрались вроде бы, да? Так, замечательно. Оу, бабульки просто текут рекой, можно так сказать. Думаю, что еще одного Аустина нет смысла вызывать. Или вызовем? Нет, придется вызвать, потому что вот этому, наверное, сейчас будет хана. Давай на всякий случай. Но чем плохо, когда их много, ребят? Они сейчас будут пробиваться внутрь, и зомби будут вставать. Соответственно, они будут попадать в ловушку. Их будут колбасить. Поэтому три Аустина здесь за глаза. Вот, видите, они уже как бы внутри. Сейчас вот эти вот зомби, если будут вставать. Вот, вот об этом я вам говорил. Так, ну да ладно, тут немножко осталось. Сейчас будем вызывать Марина, я думаю. Они побегут, уже будут бомбить ворота. Вот, пошел отсчет. Ждем где-то до 25 секунд и начинаем вызывать. Все, пора. Пора. Как раз мы успеем до волны пробить забор. Все отлично, все хорошо, без проблем, без напряга. Успеваем, укладываемся тютелька в тютельку. Вот так вот, ребята, приблизительно я фармлю деньги. Ой, ну и, конечно же, немножко опыта. И, соответственно, миссии прохожу, которые вот у нас задание. 24 миссии пройти, любые, неважно какие. Вот эту мы прошли с вами. То есть уже остается у нас... да, еще 3 миссии. Ну, мы уж не будем с вами здесь париться. Мы будем с вами усиляться. Так, вот я сижу и думаю, кого бы нам усилить? Так, Сонька у нас прокачана. Легкого солдата. Давайте, наверное... или... подожди, а я Кэпа прокачал? Нет, не прокачал. Поэтому нужно Кэпа качнуть. О, отлично. Смотрите, деньги просто улетают. Просто улетают в никуда. Так, у нас гвард есть и легкий солдат. Я думаю, что легкого солдата, скорее всего, надо по-быстренькому нам прапать. И остается сколько денег у нас? 11 тысяч. Значит, я еще могу кого-то. Кто у меня здесь самый... да-да-да, кстати, гренадира обязательно нужно тоже прапать. Давайте-ка мы его вот так. Отлично, он у нас потому что на лиге будет участвовать. И деньги есть еще на один ап. Но, по-моему, у меня, ребята, ресурсов нету, да? Да, ресурсов, к сожалению, нема. Там нужен хлеб. Сейчас посмотрим, может быть, мы скрафтить сможем. Давайте-ка создать. У нас есть хлеб. Да, мы с вами можем сделать вот так вот. Мы делаем три буханочки.
Из них у нас получаются консервы. И как раз третья консерва нужна для того, чтобы нам сделать пакетик с кровью. А пакетик с кровью мы уже, соответственно, будем для апа делать. Денег у нас 5981 голда. Соответственно, нам как раз вроде бы хватает. И сделаем мы, наверное, все-таки... Я даже не знаю. У нас, смотрите, и гвард, и медик, и щитоносец тут тоже на изготовке уже, да, практически. Также не забываем про берса. Механик. Ой, я даже не знаю. Затрудняюсь даже сказать, кто мне нужнее. Давайте, наверное, механика. Давайте механика прокачаем, потому что он тоже нам нужен. Он немаловажен для нас, особенно на лиге. Хоть он и ватный, буквально на один удар его и хватает. Но зато удар этот очень-очень мощный. Ну что же, отправляемся тогда на лигу. Кстати, до этого я очень хорошо закончил, получил 5 сундуков. И теперь у нас все заново, да? Я на 6-й позиции. У нас как-то странно, то я на 3-й, то на 6-й. Колода у меня состоит вот так. Ну что, давай посмотрим, как у нас пойдет это дело. Я думаю, довольно хорошо мы должны здесь разрулить. Но вот здесь, как мы видим, ребят, смотрите, юниты, ну, маленький уровень, да. Этот, конечно, снесет мне механика, это однозначно. Я боюсь, что граната, может быть, даже заденет легкого солдата. Давайте посмотрим, как здесь будет. Нет, все хорошо, все отлично здесь получилось. Расколбасили, что-то получили, даже радио. Нормуль. Едем дальше, смотрим. Как у нас больше... Ну, как у нас дальше будут идти дела? Не забываем, что юниты у меня вот все, что участвуют здесь, прокачаны. По-моему, снайперша только не прокачанная. Или же я ее прокачал? Что-то я как-то не посмотрел. Оу, ты видел? Ты сейчас видел, что было? Сейчас было очень жестко. Да. Нифига он там, кстати, себе отрядик сделал с одних стрелковых. А ну-ка... Так, хорошо, хорошо. Ну и все, тут снайпершу нулевого уровня. Я не понимаю смысл ставить нулевого уровня. Неужели... Неужели здесь левел ничего не значит? Мне кажется, здесь очень много значит он. Так, ну смотрим, смотрим. Ага, обменялись, грубо говоря. Ну все, тут понятно. Тут мы выиграли. Сейчас моя снайперша застрелит вражескую... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, стреляем, стреляем, радость моя, ты чё? Да ну, хорош! Эй! Фак, он ко мне идет, он мне заколбасит сейчас! Черт подери, ну... Да ну-ха... Вот это глупость, вот это была сейчас глупость, блин, пипец просто. Зомби убил. Да... Кстати, кто-то меня просил, чтобы я сделал обзор на чувачка... С топором, да? Надо будет сделать. Ну, для того, чтобы делать на него обзор и смотреть, как он себя ведет, нужно его прокачать. Потому что на 5-6 уровнях это не показатель. Ребята, он... Ну, я его даже не могу никуда взять, понимаете? Ни в одну из миссий. О, таблетки выпали, это тоже неплохо. Слушайте, ну согласитесь, две миссии мы с вами проиграли здесь из-за ерунды. Вот он, механик вредный. Так, смотрим, смотрим. Да-да-да-да-да, вот этот вот Вилли, это, конечно, что-то. Если он свой шокер достанет и попадет, то мало не покажется. Кстати, я давно его не видел, чтобы он присутствовал в боях. Но здесь победа уже за нами. Знаете, что вот я хочу очень, как бы, быстро и уже не дождусь. Это прокачать Куин и посмотреть, как она будет здесь себя вести. Ведь она же бомбит с гранатомета без остановки. То есть... А, все-все-все, ребят, я вспомнил. Куин нельзя брать на лигу. Угу. Да-да-да, я хотел ее прокачать. Ну, в принципе, если брать ее на какие-то миссии, только вот на какие? Я же всю прошел игру, везде 3 звезды, больше ее брать некуда. Если чисто для фана только тестить. Ну ладно, ребят, это уже на потом. Давайте-ка Лара-Лум у нас здесь. И мы немножко поменяем с вами колоду. В принципе, что здесь можно поменять? Вот так, я думаю, наверное, махнем с вами, да? И посмотрим. Лара-Лум, поехали. Начнем с него, пожалуй.
Так, и... Минус. Отлично. Ну, здесь мы расколбасим. Здесь они попали по-крупному. Да, тогда мы здесь слились. Причем довольно так быстро и легко. А сейчас прошли... Знаете, даже не то, что прошли, просто пролетели, как птички. Как уточки. Так, Кит Кеноби. Даже так? Ну-ка, давай посмотрим. Я уже не помню, что ты из себя представляешь, Кит Кеноби. Строитель, да? По-моему, строитель превратился в зомби и мою снайпершу убил. То есть здесь чисто из-за зомбаря мы с вами проиграли. Хорошо. Слушай, но... Что вражеская снайперша не пробьет гренадира. Блин. Эй. Я не понял, а... Он, значит, мой пока отвернулся бить зомби, да? Механик, ой, механик, этот строитель из-под тишка бомбанул. Хитро, ладно, давай-ка с Мишей тогда начнем. Посмотрим, что тут у нас Мишаня замутил. А, все, я же понял. Охереть. Он с удара, вот этот вот... Механик, он с удара просто снес всех. Представляешь? Он всех снес. Они там стояли в кучку, он просто молотом звезданул, и они все упали. Хорошо, мы тогда сделаем немножечко здесь по-другому. Значит, Вилли. Вилли стоит сзади. Поэтому нам нужно с вами сделать вот так. Мы поставим вот сюда. И вот... Тихо, 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 механик, ты мне нужен. Ты куда ускакал вдруг? И вот так вот, пожалуй. Это я специально для... Где у нас тут Миша? Миша Бергеро. Вот именно для него я эту команду составил. Точнее, просто расставил как нужно. И посмотрим сейчас, как у нас... Жесть! Он даже легкого солдата сносит, ты представляешь? Слушай, да чё... Чё за фигня-то? Подожди, не катит это. Не катит. Не катит. Хорошо. Смотри, там этот механик, вонючий поганый механик, он сбивает всех... Своим молотом. Значит, нам нужно как-то... Как? Можем сделать вот так вот. А почему бы и нет? Давай сделаем... Вот сюда вот так вот поставим. Механик побежит. Я надеюсь, снайперша успеет его застрелить. Хотя я не уверен. Может быть, даже кто-то попадется под удар. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть все. Ладно, хорошо, предположим. Так, слушай, подожди. Это я уже где-то уже видел. Ну, в двоих, что ли, шпарит? Да какого хрена он двоих-то шпарит? Я не понимаю, блин. Ты не припухли, а? Вилли шпили, блин. Не, ну это уже борзота. Вы уж извините меня, ну это борзость. Короче, ладно, я смотрю, здесь слишком много у меня тяжей, поэтому сделаем немножко по-другому. Уберу я отсюда легкого солдата и поставлю какого-нибудь стрелка. Ну, в конце концов, можно даже... Кэпа. Да, Кэп самое то. Должен здесь офигенно нам зайти. Потому что этот Вилли бесенок просто-напросто. Ну-ка, давай посмотрим. Так, здесь у нас пошло дело. Давай. Вот Вилли, чпокаем этого Вилли, пока он там отдышка, елки-палки, устал, бедняга. Давай, расстреливаем этого Вилли к ядрене фени. Пока он там зомбими отвлекся. Все, ребята, прошли, прокатила у нас эта каточка. Так, ну теперь переходим как раз вот на ту, которая была до этого. Так, секунду. А, Кит Кеноби. Слушай, а кто здесь у нас? Строитель, я помню точно, да? Там есть строитель. И кто-то еще. Строитель, снайперша. А, Марина здесь. Хорошо, давай посмотрим, как у нас это выглядит. Ага. Чпок, минус. Ну и все, Кэп. Но он не достанет, зато снайперша достанет. Да, но если бы снайперша не достала, то вы сами видели. Гренадир просто швырнул туда гранату. Ей в любом случае была бы хана. Как-то вот так, ребят. Мы с вами в топ забрались. Удержаться здесь вообще никаких проблем. Судя по тому, что вот я прошел, слабый вражок, слабый, не раскачанный, нет там 16-х, 17-х уровней, там 5-й, 8-й, 10-й, 11-й максимальный. Так что вообще продержаться мне в топе будет без проблем. Ну а я за кадром, ребят, пройду еще
3 миссии, получу опыт. В общем, как говорится, все дела. Дальше пойду на фарм, потому что бензинчик у меня есть. А, денег, вы знаете, что нужно очень много. Сами видели, по 5300 для того, чтобы поднять всего лишь один ап. Поэтому даже уже дело идет не о ресурсах разговор, да, а именно о деньгах. Ресурсы мы с вами получим. Я получу 5 сундуков за первое место в топе. Потом получаешь здесь вот ускорение тут. Ну сколько? Два раза еще посмотреть. Еще сундук тебе капнет. То есть, как бы, проблем в этом нету. Ну что, друзья мои, будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим. Так что всем пока и до новых видосиков. We'll be right back.